Утром субботы на проспекте 60-летия октября возле остановки «Переезд» начинающий автолюбитель не справился с управлением и врезался в автобус. 19-летний студент техникума спешил из учебного заведения домой за оставленными бумагами. Mitsubishi Lancer ехал по проспекту в сторону улицы Суворова. Неподалеку от виадука, где скорость движения ограничена 40 км в час, молодой человек потерял контроль над машиной на мокрой дороге. Автомобиль начал кидать из стороны в сторону. Не справившись с возникшим кризисом, шофер «Лансера» врезался в попутный автобус 24-го маршрута. Шофер коммерческого «Джантона» даже не понял, как стал участником аварии. Я ехал, я думал, что случилось, ударил что-то. Я ничего не помню, что случилось. И остановил, посмотрел, что-то машина там. И остановил, его говорят, ты меня обгонял, нас я 120, ты меня обгонял. Ему сказал, куда торопиться. Лансер, ударившись боком об автобус, улетел на обочину, где погнул дорожный знак. Выбраться из салона пострадавшему помог очевидец. Он сразу же вызвал скорую помощь. У хабаровчанина было разбито лицо. Помимо этого, он жаловался на боль в плече и общее плохое самочувствие. Хоть травмы и были серьезными, водитель ехать в больницу отказался. Первая помощь ему была оказана на месте. В стационар шофер, получивший права в этом году, поехал через несколько часов самостоятельно. Диагноз – сотрясение мозга, закрытая травма черепа, перелом верхней челюсти, скулы, резанные раны виска. Молодой человек был совершенно трезв, как и шофер автобуса. В салоне «Джантона» были 10 пассажиров. Травм никто не получил. С места происшествия Юлия Зима, Анастасия Манина и Леонид Булдыгеров.